Ну. Раз, два, три. Это Мадонис. Ага, все, один вышел. Кто вышел? Давай следующий. Сейчас я выберу что-нибудь, а то... Музыка ритмичная. Дополнительный 27-й. Можешь включать. Раз, два, три. Все ровно? Да, ну, тебе так не кажется? Тяжело. Давайте следующий 28-й. Подставляй, доверься мне. Дополнительный? Да, 28-й. Следующий. Сейчас я тоже потанцую. Давай. Ну давай. Раз. Два. I was supposed to go out there for like a semester of college, and I ended up never leaving. It's that energy on the dance floor that I think has, you know, helped house music completely thrive from there. There's definitely like the leftover hippie vibes from the 60s and 70s, I think. It's just a great place to go out. There's something going on every night and meet the people. Санти, сделай потише, пожалуйста, иначе у меня уши лопнут. Да, он на 76 выставил. Балочку. Круто. Здесь что-то много кто, я думаю, мы пропустим. Это Кевин, здравствуй. Эмма, ты тоже поглядывай. Стараюсь. Ну, давай следующий. Как много? Подождите, мы еще выбираем. Давайте обычный пятый. Какой? Выключи, пожалуйста. Раз, два, три. Александр, вы выходите. Сказали, ребята. Давайте поплотнее встанем. Александр, согласен, обидно. Победили, Александр. Дальше 10-й обычный. Что там, новая мелодия у нас будет? Moving on the dance floor, dancing tonight. Раз, два, три. Moving on the dance floor. Dancing tonight. Давайте потеснее. А да, мелодия на тебя. Всего Сандра. У нас есть что-нибудь не менее клубное и более. I am sexy and I know it. I'm foul. Возможно. Согласен. До 13-го. Что-нибудь такое не стриптиз, но тоже нормальное. Тринадцатый обычный. Угу. Банана.
ну тут идеально прям. Господи, я глохну сейчас. Я? Да. Я нихуя не слышал. Там, блин, непонятно. Тут начали танцевать. Да, вот там еще сильнее. Что-то прям очень громко. Да, очень громко музыка. Ну шо, армия, победим. А сейчас, можно, пожалуйста... Так, ну я вроде настроил, сейчас должно быть тише. А то сейчас я включу. Макарену включи нам, пожалуйста. Какой номер? Желательно оригинальный. Ну, можно любую. А какой? Пока 13-й, а дальше там другой. А может, без этого и гейства? Не знаю, как вы, у меня будет камера работать. Ой, я знаю, ничего. Там по желанию могу потом это отправить. Компромат на армию, да? Естественно. Ты забыл, кто я? С такими компроматами кто-то останется без работы. Ого-го-го. Какой, 13-й, да, танцует бы какой? Да, 13. А можно не 13-й? Некомфортно танцевать 13-й. Ладно, давайте 10-й. Вот среди вас есть девушка, как бы, ей очень даже. Ну, только если одна-одна будет перед нами. Что? Вот это, конечно, нагло. Ну что? Крагенизатор тоже крутая девушка. Забирай. Крагенизатора. Киса, дай денег. Кафук. Ты чё, все, ты в казино все что ли просрал? Да, дай ещё. Ясно. А ты ещё 50 дай. Нет. Да я тебе верну. Нет. Надо было в конкурс. А никому склад не нужен 1,3 ляма. Крутой. О? Бля, не дают денег. Блин, давайте третий. Он тоже не такой, ну, как бы... Доп третий? Нет, обычный. Он обычный. Как бы, ну, такой. Не чуть-чуть. Да ё. Ну, что так тихо пипец стало. А, выходи. Чешин, ты уже выходишь? Давайте. Третий. Раз. Два. Три. Хорошо танцует мальчик. Да вообще идеально. Я понимаю, женщин доминирует, да? Так, ладно, давайте тренируем. Что? Осталось трое? Какой номер танца? Так, давайте... 21-й. Доп. Доп 21. Раз. Давай. Два. Три. Так вот девушка, по-моему, да? Так, хорошо, значит, девушка.
Так, ну что, кто бы сейчас не выпал, он не выбыл, он получит утешительный приз и один самый крупный. Номер. Давайте 20-й дом. Дом 20-й, верно? Да, давайте. А у него есть она? Да, дом 20-й. У меня есть. Хорошо пошел, лагако. Машалла. Что, песенку ждет? Рассел, отойди немного, пожалуйста. Спасибо. Молодые, вы музыку ищете? Ну что, Сандра? Mm-hmm. Дальше? Я дурчик. Да, mm-hmm. Музыку еще жду. Лизгиночку? Тео, давай ты лизгинку подрубишь на один разочек. Минуту. На второй разочек другую. Доп 20, и потом будет сразу доп на 21. Так что готовьтесь. Ну, когда пройдет 20. А мы увидим? Я буду читать. Валим ассалам. Это 20-й пойдут 21-й, да? Доп 20, потом будет 21-й, там. Ну все, начинаем, да? Где мы забыли? Че? Отец мой, где? Отец ищет песню. Адиль, давай включай. Зажигай. Ля посторонний выше. Кто-то упал, кажется. Тео, не слышно. Вот. Раз, два, три. Так, может, поближе? Музыку вообще не слышно. Тео, подойди поближе. Где музыка? Приготовились? Какой? Раз. Они знают. Раз, два, три. Идеально, блин. Как вас проверить, да? Самый сложный какой? Наверное, 13. Либо двойка. Двойка, наверное. Какой именно? Второй обычный. Второй, да? Да, второй обычный. Мне кажется, 10. 9 можно еще попробовать. Давайте 9. 9 обычных. Обычно, хорошо. 9 обычных. Раз, два, три. Кажется, вот крайне красный, да? Нет, нет, нет. Без верха. Эрик. Да, без верха. Так, ну что, а сейчас тройка выбывает, да? Сколько, двое вышло? А почему двое? Да потому что один двое-то? Без рубашки. Эрик вышел, а ты иди обратно, красный галстук. Так он... Его не было. Ну, а, его не было? Он не участвовал. Я уже участвовал. Марика его не было. Сейчас Макс и Степан только, да. А, ну Эрик, иди сюда, у тебя же утешительный. Давай бабки попей. Да хоть что, давай вржи. Кто-нибудь включайте. Сейчас я включу папочку. Спасибо. А как был бы за первый? А? А за первый был бы какой? Ага. Приготовились 11-й обычно. 11-й обычно. Раз. Два. Три.
синхронно, давай другой. Десятый сразу же. Раз, два, три. Да блин. Девятый. Раз, два, три. Ага, все, оп. Макс проиграл. Макс, иди утешительный. Поцелуй от организатора. Да? Да. Все, Тео, можешь выключать. Санти, можешь включать музыку, дальше будем. Так, там, подожди, я победителю приз дам. В смысле, уже что ли? Почему? Мы сейчас будем еще конкурсы проводить, мы не будем. Значит, ух ты. Кто победил, кто победил? Еее! Сколько, сколько? Семь. Семь? Все, пошли, а, пошли бухать. Хорошо, это гейство не стоило. А мне три дали. Я выиграл, я выиграл. Сколько ты выиграл? Семь. Я поздравляю. Сколько выиграл? Аптечку, дайте аптечку. Семь. А я три выиграл. Так, полечи себя. Дайте аптечку. Сеньор. Ой, подожди. Вы на месте. Стой на месте. Мне кажется, я в своем познании настолько преисполнен. Что Эрик выиграл? Какой Эрик? Твой командир. Степан выиграл? Конечно. Ага. Да, я. Понятно. Я здесь ищу только одного. Покоя и умиротворения. Алекс, а вы чего не взяли? Ну, зажал, зажал. Да мне важнее, чтобы коллектив... А что дальше? Ой. Чего важнее? Я там с балкона полетал, как бы полежал внизу по кайфу. А ну так коллективно упадем в конце вечера. Да, уже нормально. Пойдемте в бар, не, никто не хочет. Я хочу в бар. Там я бы больше скажу, там я вернусь домой. Адонис, ты проще такой.